Шеф-повар Максим Григорьев. Творожно-сливочная намазка с укропом. Деликатная намазка с ароматом укропа подойдет для утренних тостов, в виде нехитрых бутербродов выручит проголодавшихся едоков на прогулке и дополнит очередной перекус с чашкой сладкого чая. Особенно вкусно покрыть ломти ржаного хлеба. Благодаря сливочному маслу и сметане, текстура закуски получается тонкой, шелковистой, зелень же годится любая, сочная, душистая. Время приготовления – 3 минуты. Ингредиенты. Масло сливочное 50 грамм. Перец черный молотый 0,2 чайной ложки. Сметана 30 грамм. Соль 0,5 чайных ложек. Творог 200 грамм. Укроп свежий 3 веточки. Шаг 1. Выбираем сметану от 20% жирности, свежий творог, молодой укроп и желательно, с грядки, сливочное масло, соль и перец. Шаг 2. Самый трудоемкий процесс этой незамысловатой закуски – пропустить творог через сито, чтобы в итоге добиться минимальной зернистости. Шаг 3. Отрываем ветки от жестких стеблей уже чистого и сухого укропа, отдельно растапливаем порцию сливочного масла. Шаг 4. Бросаем по вкусу соль и черный перец в творожную крошку, перемешиваем, пробуем. Шаг 5. Добавляем густую сметану, объединяем компоненты в единую массу. Шаг 6. Закладываем мелко изрубленный сочный укроп, вливаем растопленное масло и для гладкой, более нежной консистенции тщательно перетираем. Шаг 7. Элементарная творожно-сливочная намазка с укропом готова. Храним в банке на полке холодильника. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.